Привет, друзья! И вы на канале Павел Рыбалка. А сегодня не о рыбалке, а о месте, где я иногда хожу на рыбалку. Город называется Кейсария. 22 года до нашей эры был возведен этот порт-город под названием Кейсария Иродом Великим. И в 1265 году он был разрушен. Находится это на территории Израиля, и сегодня это город-музей. Дальше идет город современный, это красивые улочки, подстриженные газоны, кусты, деревья. В общем, спальный достаточно район, где покупают немало звезд, в том числе и российской эстрады, такие как Алла Пугачева и так далее. Вот. И живут, в общем, достаточно такие слитки общества. Вот. Ну а сегодня мы с вами гуляем по античному городу. Это город-порт, один из первых портов, возведенный Иродом Великим. Значит, это порт, который был именно построен. Раньше пользовались суда и причаливали корабли в тех местах, где было приспособленное уже место, и они, значит, причаливали в те места, где уже подходила и глубина, и все остальное. А этот порт был именно построен, то есть рукотворное, скажем так, строение. И Ирод Великий этим портом мог даже поспорить с Александрией, что находится в Турции. Вот. Так что вот здесь мы рыбачим, вот в непростых местах мы рыбачим, а вот в таких местах мы можем ходить на рыбалку. Сегодня это современный Израиль, тогда это была Палестина. Ну вот такой вот красивый город. Здесь очень много уже сегодня наставлено разных кафешек, вот, а так это под защитой ЮНЕСКО. И здесь, значит, все достаточно ограждено и достаточно античное, все рукотворное, очень и очень дух захватывающий. Сюжеты сегодня вас ждут. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ребят, делаю для вас такой интересный будет сюжет. Недолгий. Мы сейчас проследуем в порт и посмотрим на дышащий еще порт. Там еще есть очень интересная статуя. Я здесь гулял уже. Вот. И если нам не запретят, мы еще снимем квадрокоптером. Но об этом позже. Гляньте, какой ключ. Птицы. Античность переплетается с современными кафешками в определенном стиле. Вот мы уже добрались поближе к морю. Здесь тоже есть вот такое вот кафе. Уважаемые подписчики, друзья, те, кто не живет в Израиле, обязательно посетите Израиль, загляните в такое место Кейсария. Здесь очень и очень красиво. Такой вот берег. А вот там вот есть рыбаки.
ловят рыбку. Вот он и есть, тот именно порт, о котором я говорил ранее. Посмотрите, какой берег. Посмотрите на этих птиц. Вот это они мне делают контент. Вот это они делают мне контент. Вы посмотрите, утки, утки. Друзья россияне, украинцы, белорусы, северные жители, советские. Посмотрите, что, куда прилетели ваши уточки. Полным-полно различных статуй. Смотрите, какая красота, рукотворная работа. Все ручной работы. Смотрю, кресты уже присутствовали. Цельного камня и опять птиц. Нас везде сопровождают, утки прилетели. Гляньте, сколько уточек. Вот такой вот вид открывается из возвышенности. Вот остатки того порта. Камни. Ребята, достаточно ровно оттесанные, ровные камни. Какой-то ракушечный раствор, который до сих пор, несмотря на шторм, и на все ненастья, которые происходят в море, соленая вода и все остальное, держится. И держится достаточно успешно. Я не представляю, чтобы вот столько лет, а именно 2043 года, продержался бы цемент. Кладка какая-то в море. Вода чистейшая просто. Вот такой вот вид открывается. На мосту очень много рыбаков, поплывочников. Какие-то колонны. Да, интересно. Вот времена были. Вот вы можете видеть.
я так понимаю, морская карта того времени. Мы вот здесь, Кейсария, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Марокко, Франция, Греция, Кейсария. Крупнейший порт того времени. Древние фрески. Кто ж там пальму посадил, интересно? Ей, бедно, неудобно. Медуза Горгона. Саркофаг. Древнее здание. Такая ровная кладка. Современная структура. Смотри, какое интересное решение. Дом завалило. Кладка вот так идет. И наверху построили. Видно, укрепили это здание и построили вот такую вот кафешку. Балкон. А мы идем по набережной порта. Дельтаплан. Порт. Какая вода прозрачная, красивая. Сейчас мы были вон там, где пальмы, прогуливались. Кто сказал, что это видео не про рыбалку? Гляньте, сколько рыбаков, от мал до велика. Поплывочники. А есть еще один серф, стоит гордо. Ну, в такую воду. Вода называется Плата. В такую воду может клюнуть Денис, либо Дура. Ну дай бог, пожелаем им удачи, ни хвоста, ни чешуи. В Израиле рыбачат даже женщины и целыми семьями. Проход закрыт за забором, но
Ребята ловят здесь рыбку. Вот очень интересная патент. Получится приблизить или нет. В общем, я так понимаю, ведро набрал воду, полное ведро, и поставил, значит, там трубу и установил серфовое удилище. Ну, интересно. Вот так вот, когда стойку не поставишь, а три ноги, трипода нет. Вот тебе такой простой трипод. Ведропод. В общем, друзья, очень красиво здесь. Вот еще так кладка. А мы рыбачили вчера возле вот тех труб. За ними. Город Хедера. Аэроплан. Или дельтаплан, скорее всего, дельтаплан сменил уточек. Обыграли тоже. Кладка в другую сторону и арка с другой стороны, как бы вот так вот обрушилось здание. Ну и здесь жалко. К моему сожалению, вход амфитеатр закрыт, музей основной закрыт, а там очень интересно, древние колонны там стоят, амфитеатр, в общем, красотища неописуемая. Там и комнаты, там и водопровод того времени, бани, сауны. Ну, то есть, все, что было, все, как люди жили, все сохранилось. Ну что, друзья. Вот такой вот у нас... такая вот у нас небольшая экскурсия получилась на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет много рыбалок. О рыбалке, снасти, прикормке. Всем добра, ни хвоста, ни чешуи. А с вами был Павел Рыбалка.